Детский сад номер 8 Ленинского района города Бишкек полностью отремонтирован и сдан в эксплуатацию. Здание рассчитано на 120 детей. Воспитываться и получать дошкольное образование малыши будут в 4 группах. В 92-м году детский сад был мясокомбинатом. За 30 лет здесь все пришло в негодность, дошло до аварийного состояния. В 2017 году объект перешел на баланс мэрии города Бишкек и за счет городского бюджета. В прошлом году начались ремонтные работы. Детский сад полностью обновлен как внутри, так и снаружи. Дошкольное образовательное учреждение было реконструировано за счет бюджета города Бишкек. В общей сложности на модернизацию затрачено 30 миллионов сомов. По словам мэра города Бишкек Эмильбека Абдыкадырова, в этом году в столице планируется завершить строительство нескольких детских садов. 22-й год был годом школ, строительства школ. В этом году наш уважаемый президент Садыр Нурғожаевич сказал годом детских садов. Сейчас мы планируем бюджет, ближайшие дни мы рассмотрим. 10-15 детских садов мы должны планируем строить. Еще дополнительно у нас объект есть, и школы есть, и социальные другие объекты есть. Ну, основной ориентир делаем на детские сады, потому что нехватка детских садов, переуплотненный город, сами знаете. Мы должны решать, конечно. Отметим, что детский сад номер 8 был еще построен в 90-х годах. При реконструкции были облагоустроены игровые площадки с резиновым покрытием и установлено металлическое ограждение. Салима Дюшибекова, Айсенбек Усюнов, СТВ.